Без пожаров в Новый год. Крымские спасатели совместно с администрацией столицы провели масштабный рейд по местам продажи пиротехнических изделий. Предварительно на собрании было определено количество магазинов, продающих петарды, хлопушки, бенгальские огни, фейерверки и прочую потенциально опасную атрибутику праздничного веселья. Всего таких на территории крымской столицы было насчитано 118. Затем сотрудники МЧС отправились по торговым точкам с проверкой. Там спасатели потребовали у продавцов лицензию на реализацию продукции, проверяли исправность огнетушителей, наличие и работу противопожарной сигнализации. В целом инспекторы отметили высокий уровень подготовки сотрудников магазинов и констатировали, в Новый год при аккуратном использовании петард и прочих пиротехнических средств жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. И настоятельно просим разместить эту памятку по применению граждан бытовых пиротехнических изделий на входе, чтобы знали граждане у нас, как следует пользоваться, как следует поджигать, что в нетрезвом состоянии запрещено использовать пиротехнические изделия. На сегодняшний день проведены пожарно-профилактические обследования всех объектов, которые задействованы в празднованиях. С руководителями проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности при проведении данных мероприятий. Уделено должное внимание оснащению объектов первичными средствами пожаротушения, освобождению путей эвакуации. Также в целях предупреждения правонарушений при реализации пиротехнических изделий организованы совместные рейды с работниками МВД по выявлению мест несанкционированной продажи пиротехническими изделиями.